Посмотрите, как ведет себя Турция. Случается теракт. Исламское, кроме этого, исламское государство обстреливает военный пост. И кто получается, по кому наносит удар? По РПК. Ну, получается, так если наносит удар по рабочей партии Курдистана, то как это связано напрямую с исламским государством? Я вот это просто логики не понимаю. Далее. О создании буферной зоны. Вы знаете, я как бы реалист в отношении Турции. Не все, что говорит турецкое руководство, слава богу, реализуется. Об этой зоне много говорят, там называют там бесполетная зона. Вот. Но, во-первых, возникает еще вопрос, кто будет контролировать эту зону? Что турки ведут войска туда? Вы знаете, я думаю, что это пока больше желание, чем действительность. Потому что одно дело заявить о том, что нужно. Но вы понимаете, но турки очень хотели бы, чтобы это сделали, например, американцы. Американцы очень хотели, чтобы это сделали турки. Но вы знаете, при такой ситуации я больше уверен, что ни американцы, ни турки это не сделают. В этом случае можно говорить о том, что, конечно, благие пожелания о создании буферной зоны, наверное, ничем не закончатся. Потому что на самом деле это будет оккупация сирийской территории, и об этом надо говорить прямо. Речь идет об оккупации сирийской территории со стороны государства члена НАТО. Ну, если мы так будем ситуацию рассматривать, то тогда получается, какая здесь борьба с терроризмом? И при чем здесь терроризм? Что еще особенность, если говорить о турках? Вы знаете, они всегда за все проблемы видят курдов. Вот о чем не говорят, всегда за ними стоят курды. И поэтому они вот на безопасность свою смотрят через курдов, и при этом как понимается. Если, например, исламское государство борется с сирийскими курдами, то получается это как бы вроде отвечает турецким национальным интересам. Но это же, посмотрите, какая логика страшная. Кроме этого, ведь тезис о том, что Башар Асад должен уйти, ведь он, по сути, не снят, если говорить по поводу Турции. В этих условиях, я думаю, что невозможно говорить о какой-то вот участии, наверное, Турции в ближайшее время в реальной борьбе с исламским государством. Здесь надо, чтобы было хоть какое-то осознание той ситуации, ведь правящая коалиция не создана в Турции. Есть сценарий развития событий, при которой будут новые выборы, например, в ноябре. При этом будет опять попытка партии справедливости и развития получить большинство. И оно, скорее всего, не получит этого большинства. В результате все равно правящая коалиция будет сформирована, а все партии, которые оппозиционные, выступают за изменение политики в отношении Сирии. Я полагаю, что, скорее всего, Турция будет вынуждена скорректировать свою внешнюю политику по отношению к Сирии. И это создает для сирийского народа некий шанс, дополнительный шанс победы. Победы в войне с терроризмом, победы вот с этими внешними силами, которые хотят обязательно Сирию уничтожить. И все вот эти идеи о том, что может прийти какая-то власть, которая сменит Башара Асада, это полная глупость. Если, не дай бог, в Дамаске свергнут власть законную, мы получим в Сирии только Ливию. Никаких других сценариев я просто не вижу. Причем Ливию в худшем варианте, где христиан, друзов, алавитов будут не просто выгонять, их просто физически будут уничтожать. То есть речь идет просто пойдет о геноциде на сирийского населения. Вот что мы в итоге получим. К сожалению, понимания такого нет. Если бы такое понимание было, то, наверное, те государства, которые были вовлечены в так называемую борьбу с исламским государством, наверное, могли себя вести несколько иначе. И на выходе мы не имели того, что имеем сейчас. И говорили бы не о создании буферной зоны, а о том, как реально бороться с исламским государством и как взаимодействовать с сирийским руководством по борьбе с исламским государством. Спасибо.